Пора весенней уборки. В Бендерах стартует месячник по благоустройству. Задачи на ближайший месяц обсудили в городской администрации. Подготовлено распоряжение, подготовлен план работы, значит, еженедельный отчет о проделанной работе, дату определят. Очистить газоны, обновить и подрезать деревья, высадить цветы и кустарники, побелить бордюры, вывести накопившийся мусор и листву, а еще отремонтировать и подкрасить скамейки, оборудование детских площадок в парках, скверах и во дворах. Это далеко не весь список весенних работ. Проводят их каждый год в рамках месячника по благоустройству. Проходить он будет с 20 марта по 21 апреля 2023 года. Назвали его в этом году «Весна-23». На сегодняшний день у нас уже утвержден полностью план мероприятий по проведению данного месячника по благоустройству. Для координации его работы создана комиссия при государственной администрации, в которую включены все заинтересованные структуры города Бендеры. Это и санэпидемстанция, и ГОВД города Бендеры. На основании всех этих документов для проведения данного месячника были составлены каждому персонально предприятию планы, которые они должны провести в течение месячника. Город разбит на сектора. Сектора закрепили за предприятиями. Они будут наводить порядок на своих и близлежащих территориях. Комиссии учтены недоработки прошлого года. Есть и новшества. В этом году мы их как бы устранили. Все также автобусные установки закрепили за предприятиями близлежащими. То есть, ну, надеемся, что все пройдет согласно утвержденного плана. Без каких-либо замечаний. Работы будут проводиться в полном объеме, начиная там от уборок территории, санитарных очисток, заканчивая подсадкой зеленых насаждений. Благоустройство – дело общее. К большой уборке приглашают подключиться всех горожан. Традиционно весной пройдет и общегородской субботник. Все работы планируют завершить до наступления праздника Пасхи. В этом году он выпадает на 16 апреля. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.